Добрый день и спасибо. Спасибо всем, кто принимал участие в строительстве очень нужного для горожан и очень важного для нашего любимого города-героя, нашего тоннеля автодорожного. Спасибо всем, кто надеялся, кто верил, что мечта многих поколений жителей нашего любимого города сбудется. Спасибо вам за все. Спасибо за терпение. Мы понимаем, как очень важен для нас всех этот объект. И вот в эксплуатацию автодорожного туннеля, очень сложного инженерного сооружения, говорит только об одном, что в самое сложное время мы способны решать любые задачи, любой сложности, самые амбициозные проекты реализовывать на территории Волгоградской области. Мы это можем делать только тогда, когда мы вместе и едины. Сегодня, дорогие друзья, великий день. 73 года назад началось контрнаступление советских войск под Сталинградом, которое завершилось освобождением нашей родной Волжской земли, затем Советского Союза, Европы и фашизм и мира от фашизма. И уверен, что жители нашего легендарного героического города поддержат меня в решении, что право открытия нашего тоннеля по праву принадлежит поколению победителей.